Добро пожаловать! Для лучшей навигации используйте тайм-коды в описании. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Геракл, начало легенды. 1200 год до нашей эры, Древняя Греция. Прекрасная царица Алкмена попала под чары грозного бога Олимпа, Зевса, и родила ему сына Геракла. При рождении ему было предсказано стать величайшим воином, который будет властвовать над народами и принесет мир и процветание своей стране. Но пока Геракл ничего не знает о своем предназначении. Четвертый вид. На территории Аляски происходят необъяснимые исчезновения людей. Несмотря на все усилия ФБР, расследования зашли в тупик, и тайна по-прежнему не раскрыта. Психиатр Эбигейл Тайлер начинает записывать на видео беседы со своими пациентами и обнаруживает нечто очень страшное и пугающее. Хитмен 2007 года. Хитмен был обучен как высокопрофессиональный убийца, чье самое мощное оружие – это хладнокровие и безмерная гордость за свою работу. 47 – это две последние цифры на штрих-коде, вытатуированные на его затылке, а также его единственное имя. Спартак. 72 год до Рождества Христова. Великая Римская империя правит античным миром своей железной рукой. Каждая новая страна, которую захватывают имперские центурионы, становится новым источником свежих рабов для жестоких римских хозяев. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить
и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!